Так, мы на Черсу. Прочитали, что здесь открыли улицу для туристов. Найдем. А сам Черсу скоро будет тоже на реставрации. Скорее всего, полностью поменяется вид, поэтому решили снять для истории. Специями пахнет. Народу много сегодня, воскресенье. Очень много народа. Чапанов. И платья, да? Не только чапаны, но и платья. Костюмчики. Так. Овощи. Горы специй. Так, что тут у вас? О, по-моему. Нет, это. Бургер. Что? Я бургер. А, бургер. Ну, по-моему, это опять не то, насколько я понимаю. О, посмотри вот эти чапаны. Сейчас мама посмотрит. Нет? Не буду смотреть. Сумочки красивые, мне нравятся. Рюкзачки, сумочки. Так, куда нам идти? Там вот. Вот эта гостиница, она абсолютно пустая, да? Ее сносить будут, по-моему. Да. Так, все ниже и ниже. Наверное, нас... Кто направил, наверное, не понял все-таки, что нам надо. О, какие красивые чапаны. Стеганые есть. Какое разнообразие. Там ткани, да? С такой ткани, да? Это велюр. Хотя он такой дурацкий. Идем дальше смотреть. Вот цветочки висят. Мужчина. Может, они знают, где вот это находится улица? Здесь леганы. Сувениры. Шапочки. Ковры. Нужно найти, куда нам надо. Ну, пошли цветы посмотрим. Не можем найти. Вообще слов нет. Найти человека, которого спросить. Где это находится? Так, объясняют. Опять в другую сторону нам идти. Ой. Смешно. Ладно. Да, мы не пойдем без мамы никуда. Я просто эти цветочки, кустарники. А, нет. Где?
бедра становятся. Наша уже вообще огромная тогда. Она вся здорово. Подвергнула. Много. Так, идем искать дальше. Махнули в эту сторону, теперь мы отсюда выйдем, смотрим. Тут вот тоже сувенирчики. Я не знаю, конечно, мне трудно сравнивать, но там в компасе мне больше нравится. А? А, детская. Ага. Вот так вот прямо выше в больнице плакал. Так, здесь просто базарчик. Фоточки висят. Костюмчики. Ночнушки. Жарко, мы сегодня оделись, что-то не по погоде. Дома прохладно было. Теперь вот жарко. Так, ну что, продолжаем искать, где эта туристическая улица. Это улица. А вот там есть две, по-моему, вот там есть и вот тут. Три. А вот это центральная. Три. Вон там, вон там. Писали, что даже двери вот такие же вот отреставрированные, как раньше были. Да? Там машины, по-моему, да, сзади нас нет. Согласна. Настоящность и историю никто не заменит. Но, к сожалению, еще много надо строить. Но что я могу сказать? Жители очень приветливые, очень. Все здороваются, и дети, и взрослые. Не верьте. Приятная атмосфера. Картинки верьте только настоящие картинки. Спасибо, дочь. Ты расстроилась? Ну, молодец, правильно. Сейчас немножко подремонтируют, и будет супер красивое место у нас в Ташкенте.